На этой неделе в Кашихабльском районе проведена проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Проверено 13 школ, 14 детских садов. В состав приемной комиссии под председательством главы района Заура Хамирзова вошли представители управления образования, надзорной деятельности, Роспотребнадзора. Наша съемочная группа вместе с председателем комиссии Зауром Хамирзовым побывала в Егерухайском детском саду номер 8. Здесь силами сотрудников и родителей был проведен косметический ремонт внутренних помещений здания. Благодаря финансовой поддержке руководства района удалось приобрести новые санузлы, отмечает заведующая садика Ирина Хаткова. В прошлом году при финансовой поддержке ООО «Южгаз Энерджи» была заменена кровля садика, а силами родителей были оборудованы игровые площадки. Наличие необходимого оборудования, мебели, планов работы на год – трудно перечислить все нюансы, на которые обращают внимание члены приемной комиссии. Здесь нет мелочей, так как от качества приемки напрямую зависит самое дорогое для каждого из нас – здоровье наших детей.